Якунин Петр Алексеевич. До войны работал в колхозе, затем на фабрике пролетарской в Москве. В Красной армии с августа 1941 года. Участник Великой Отечественной войны с октября 1941. Воевал на Западном, Брянском, Центральных фронтах. В составе 999-го стрелкового полка, 258-й стрелковой дивизии, 50-й армии участвовал в боях под Тулой в районе реки Упа. Освобождал Калугу, был тяжело ранен. После лечения направлен на Брянский фронт, в 48-ю армию. Участвовал в обороне рубежа в районе поселка Верховье Орловской области. Сражался на Курской дуге. Освобождал станцию Змеевка. 10 сентября 43 года при форсировании Десны своими действиями обеспечил полную и своевременную переправу батальона с очень малыми потерями на западный берег реки. Первым переправился через реку вплавь. И, несмотря на сильный артиллерийский и минометный огонь противника, продолжал свою работу. Перетянув канат на западную сторону реки Десна, привязал его к плоту и перетаскивал весь людской состав батальона и боеприпасы. Будучи раненым, продолжал выполнять поставленную задачу. Сделал еще два рейса, но вторичный разрыв рядом снаряда противника оборвал его жизнь. 10 сентября 43 года погиб. Похоронен в братской могиле в селе Бирино, Новгород, Северского района Черниговской области. На московской фабрике «Пролетарский» установлена мемориальная доска. В городе Кимовск Тульской области в его честь названа улица. Имя героя увековечено на памятной стеле в сквере «Туликам-героям» и на проспекте Ленина в Туле –